Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития дальневосточных городов, состоявшегося 11 сентября на Восточном экономическом форуме. Среди них поручения в рамках реализации мастер-плана Владивостока. В числе поручений президента рассмотреть возможность о создании легкого метро с использованием имеющихся железнодорожных путей. Будет рассмотрена и возможность запуска скоростного поезда по маршруту Владивосток-Арсеньев-Чугуевка. Также правительству России поручено обеспечить завершение до 2030 года строительства инновационного научно-технологического центра, источника синхротронного излучения и кампуса ДВФУ второй очереди. Глава государства дал поручение о проведении капитального ремонта 16 зданий в историческом центре Владивостока, которые находятся в федеральной собственности, в том числе включенных в проект «Университетский квартал ДВФУ». Помимо того, правительству России совместно с Российской академией наук и органами исполнительной власти Приморского края поручили разработать план-график по созданию особо охраняемых природных территорий на полуострове Муравьёва-Амурского и на острове Русский, рассмотрев возможность включения в их состав территории ботанического сада и создания туристической инфраструктуры.